Многоуважаемому главе Следственного комитета Александру Ивановичу Бастрыкину исполнился 71 год. Мы поздравляем Александра Ивановича и желаем ему прожить еще 100 лет и столько же занимать столь высокий пост, работая на благо как русских людей, так и всех коренных народов России. Александр Иванович выстроил настолько оперативный канал взаимодействия между простыми смертными и своим ведомством, что некоторых преступников, о которых мы рассказываем, задерживают уже через час после появления информации. Иногда видео приходится перемонтировать, поскольку оказывается, что пока мы говорили, что полиция и МВД отпустила преступника, его уже задержали сотрудники Следственного комитета. Мы за ними просто не поспеваем. Если бы так работала полиция, то вся страна была бы другой, намного чище и безопаснее. Но не стоит винить полицию. Просто Бастрыкин, в отличие от МВД, защищает своих сотрудников и не позволяет преступников их оскорблять, избивать или издеваться над ними, как происходит с полицейскими. Еще раз поздравляем Александра Ивановича и благодарим его за самоотверженный труд. Без его личного вмешательства от наказания ушли бы тысячи опасных преступников. Справедливости вам и терпения. Мы рассказываем истории обычных людей, до которых нет дела крупным СМИ. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.